Странные взаимоотношения слушателей дружат с потенциальной добычей. Например, ну, кроме того, что хищники между собой дружат, у них такая братья, вот он считает себя медвежьим папой, да, и он любит медведя, оберегает, если он умеет, что кто-то вдруг хочет обидеть, он порвет любого, даже тех, кого знает, кто вырастет, кого он любит. В приоритете у него медведь. У нас также Умка дружит с Люмой, да, когда он только приехал, сидел там отдельно в клеточке, она всегда сидела возле него. Его перевели в помещение, потому что он мерз зимой, перелинял. Она очень долго сидела, ждала его, искала. А потом, когда его опять выпустили в вольер, он ей носил вот через решетку яблоко. Возьмет за хвостик яблоко и несет. Люмка – это лось. Раньше медведи здесь, когда в этом вольере соседние играли с кошкой, да, они ей кидали яблоки, она им игрушки. У них такое, такое сотрудничество. Умка и Люмка.